Итак, сегодня у нас, надеюсь, последний день съемок, и я наконец-таки закончу детскую комнату. Как вы можете заметить, я уже застилаю кровать. Уже готовлюсь к тому, что скоро приедет малыш и будет здесь спать. Вот, 1 числа мне надо приехать в роддом. И мне скажут, когда же я буду рожать. Да, именно скажут, потому что есть некоторые нюансы, которые врачи должны решить. Но это уже не в этом видео. Может быть, в другом видео я сниму и расскажу об этом подробней. А в этом видео мы продолжаем преображать детскую комнату. Кстати, как вы можете заметить, качество видео изменилось. Я наконец-таки приобрела для своего фотоаппарата объектив. До этого я снимала на телефон. Ну, я не могу сказать, что там было прям уж отвратительное качество, но все же, теперь я перехожу на новый уровень. И наконец-таки у меня будут хорошие качественные видео. Так, ну, думаю, что, в принципе, все, кроватка готова. Кроме бортика и простыни здесь ничего не будет. Ребенку до поры до времени не нужна ни подушка, ни одеяло. Сюда я просто пока что положу кокон. И сейчас, когда комнату доделаю, я хочу кроватку накрыть пледом, чтобы она не пылилась. Вот. И уже когда приедет малыш, я это все уберу, и вот у него будет прекрасное такое вот гнездышко. Увидела я тут в интернете игрушечки, которые цепляются на шторы вот так вот и держат их. Так как у меня свекровь подобными вот рукоделиями увлекается, я ей сделала такой вот заказ. Она мне связала двух вот таких миленьких зверюшек, тут зайчик, тут мишка, как раз таки вот для этих моих штор. Сейчас будем с вами их вешать. Can't escape from this feeling inside you. Release from heartache, you'll be fine. When the cracks start to let you run light through. Ну, думаю, как-то так, наверное. I
you this. As long as you're looking, you'll see the signs. Just for a moment, a flash of light. You'll never forget. We heard you crying aloud. And a part of me cried with you. I finally see why all of me tears fall out of you. Can't escape from this pressure inside you. But tonight the stars align. When the cracks start to let your own mind. Данную картину я вышивала сама. Я хотела сделать что-нибудь подобное, вышить, и искала в интернете, точнее на Озоне искала что-то интересненькое. Вот прям увидела эту картинку и в нее влюбилась. У меня как раз-таки вот эта рамка под нее, под цвет комнаты она подходит. И мне кажется, она сюда очень хорошо вписалась. Я уже показывала эту рамку, мне ее подарили однокурсники, то ли на 18 лет, то ли на 20 лет. И все это время она у меня лежала в шкафу, где-то убрана, и я ее никак не использовала. И сейчас она просто идеально вписывается в эту комнату. Поэтому какие-то фотографии я сейчас сюда вставлю, а какие-то будут добавлять уже в процессе. Сегодня как раз-таки у нас с Лешей будет фотосессия с животом. И потом еще, я думаю, фотографию сюда вставить из роддома. Ну и фотографию, конечно же, самого малыша. Поэтому давайте сейчас кое-какие фотографии мы сюда вставим. У меня есть вот такой вот снимок УЗИ. Тут особо непонятно, что изображено. Тут чисто вот рот и нос. Это вот мне делали на 37-й неделе, когда все вот полностью ребенка не видно. Можно разглядеть только какие-то определенные части тела. И я попросила, и мне распечатали вот такую фотографию. Пусть хотя бы будет такая, потому что в женской консультации фотографии никто не печатает. Это мне делали уже в самом роддоме. Я хочу одну фотографию со свадьбы поставить, наверное, вот сюда, вот так. Сюда я поставлю фотографию из роддома, ну и сюда, может быть, какие-то фотографии. Ну одну фотографию я поставлю с фотосессии и одну фотографию уже малыша. Мне кажется, будет здорово.
Сейчас Лёшей покрутили, повертели вот эти картинки. Я хотела их повесить вот сюда над кроватью, но что-то как-то, не знаю, не то. В итоге будем вешать на эту стену. Приложили, смотрится классненько, мне нравится, как смотрится. К стене такие штучки прибиваем, они специально для гипсокартона, у нас эта стена гипсокартоновая. Потом на них будем вешать картины. Ну и, конечно же, завершающее. Помните его в начале видео? Теперь он выглядит вот так. В самом начале видео я вам показывала комнату и также показывала вот этого медведя. И говорила, что буду его переделывать. И вот теперь он перед вами в полной красе. Единственное, что над чем я сейчас думаю, так это над его ртом. То ли оставить красным, то ли изменить и поменять на бледно-розовый. Вот пока вот такие у нас раздумья. Как вы помните, здесь у нас были какие-то красные надписи, сердечки. Но я решила сделать вот так, вот таким образом. Ушки тоже такие же. Носик прям подходит под цвет глаз. Так что теперь у нас вот такой вот красавчик тут будет сидеть. Даже не верится, что так быстро пролетело время. 3 года назад мы с мамой клеили обои в этой комнате. Изначально было принято решение, что здесь будет детская. Обои покупались конкретно под детскую комнату. А мансардного окна в этой комнате не было. Мы приглашали специалистов, которые нам, скажем так, прорубали это окно. И вот... буквально совсем скоро здесь будет жить новый хозяин. Ну, а я все, что запланировала, все, что представляла в своей голове, воплотила в жизнь. Всем вроде бы как довольна. Мне все безумно нравится. Да, какие-то полки пустуют, рамки без фотографий стоят. Но всему свое время, всему свое время. Скоро полки забьются под самое «не балуйся». Фотографий будет столько, что, мне кажется, рамок в нашем доме не хватит. Сейчас осталось только ждать вот этого пузожителя, когда он решит появиться на свет. Сегодня у нас уже 5 июня, я записываю это заключение. Сейчас покажу вам уже комнату в полной красе, во всей обстановке. В принципе, что еще сказать? Осталось просто ждать и ждать маленького хозяина и наслаждаться последними тихими деньками и хорошенечко высыпаться. Вот, спасибо, что были со мной, досмотрели это видео до конца. Ну а мы увидимся с вами на этом же канале, но уже в новом видео. Пока-пока!